Всем привет, дорогие друзья. Курс молодого бойца открыт. Сейчас рядовой Ален быстренько покажет, что вам нужно делать. Без обид. Больше половины из вас стреляет от бедра, как попало. Пустая трата пуль. Вы мазила и выглядите, как придурки. Рядовой Ален, что я имею в виду? Возьмите оружие и стреляйте по мишеням позади вас. Развернитесь и стреляйте по мишеням. Вы не используйте прицел. Мне сейчас другое нужно. Просто стреляйте навскидку. Окей. Понятно, что я имел в виду. Дождь, пуль повсюду. Вы должны принять устойчивое положение и поразить цели, используя прицел. Рядовой Ален, покажите нашим друзьям, как стреляют рейнджеры. Сперва присядьте, а потом прицельтесь по мишени. Все очень просто. Хочешь поразить мишень, целься через прицел. Укрытие малой... Сейчас я погромче вам сделаю, чтобы это слышно вам. Чтобы вы не читали там. Ну так-то. Точно. Вполне можно пробить из некоторых видов оружия. Рядовой покажет вам. Попадите в цель сквозь преграду. И последнее, по счету, но не по значению. Осколочная граната. Рядовой Ален, возьмите несколько осколочных гранат. Бросьте гранату так, чтобы поразить сразу несколько целей. Хорошо. Гранаты могут скатиться по наклонной плоскости. Дважды подумайте, прежде чем кидать гранату вверх по склону. Спасибо, рядовой Ален. Идите на полигон. Генерал Шепард проверит вас в деле. Ну, кто будет первым? Покажите мне, чему вы научились. В общем-то, нам надо. Сейчас я буду проходить обучение. У него же там зрительная серия. Или я в одной сделаю, я не знаю. Если что, аннотация на экране будет. Ну, рядовой, с возвращением на полигон. Генерал Шепард хочет взять одного из наших для спецоперации. Он лично приехал с проверкой. Теперь выбери винтовку. Хорошо, теперь опять пистолет. Видел, как быстро? Выхватить пистолет быстрее, чем перезарядить винтовку. Улыбайся и бей в цель. На тебя смотрит Шепард. Он отбирает лучших в элитный отряд. Если ты хочешь. Ну ладно, приступай. Отчет времени начнется, когда выскочит первая метка. Зачисти первый сектор. Ну, давай. Следи за гражданскими. Прекрати стрелять от бедра. Посмотри в прицел. Ты убил гражданского. Ладно, продолжай. У тебя несколько промахов. Не останавливайся. Вверх по лестнице. Рукопашную. Ножом. Чисто. Прыгай. Последний сектор. Давай, вперед. Беги к выходу. Время идет. Вполне прилично. Хотя тебе есть куда расти. Иди наверх к своей команде или пройди полосу еще раз. Давай, я... Иди наверх к остальным. Всем хантерам, внимание, мы выезжаем. Не выходит таскать. Все по местам, начинаем движение. Так, все же... Самая мощная армия в истории человечества.
каждая битва — наша битва. Происходящее здесь может иметь далеко идущие последствия, и мы не будем в стороне. Ваша судьба сейчас зависит от того, сможете ли вы научиться использовать современные методы ведения войны. Мы не можем дать вам свободу, но мы можем научить вас, как обрести ее. А это, друзья мои, стоит дороже целой военной базы. Конечно, это важно, у кого самая большая дубина, но не менее важно, кто ее размахивает. Пришло время героев. Время легенд. Историю пишут победители. За работу. Следите за переулками. Прикрываем. Три пехотинца. Балкон на 12. Возможно, ополченцы. Вооружены? Нет. Просто наблюдают за нами. Зуб даю. Это разведчики. Это не значит, что мы можем их пристрелить. Вы их видите? Видите? Всем хантерам это сержант Фоули. Приготовиться к бою. У нас тут снайперский огонь с нескольких позиций.
Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Блин, подписчиков. Ладно, всем удачи, всем пока.